Так, те же самые 96 вольт через латер, количество потребляемых ампер. Движок работает. Значит, я взял аккумулятор побольше, потому что предыдущий сдох. Заряжать некогда. Так, сейчас мы его отключим от сети. Так, он даже изменил. А теперь попробуем нагрузить его от аккумулятора. Зараза. Так. Ну, вроде обороты он все равно немножко снизил, но в любом случае он работает. Так, количество ампер тоже будет подниматься. Ну вот я уже чувствую, что мне нужно давить, но поднимается от аккумулятора больше. Вот. Так что вот, ребята, бесперебойник, отключенный от сети.